В новом учебном году более 700 человек начали обучение в Сандыктауской районной специализированной детско-юношеской спортивной школе. Они делятся на 52 группы по 8 видам спорта и обучаются у 22 тренеров. Сергей Прохоров родился и вырос в Сандыктауском районе, где регулярно занимался несколькими видами спорта. Он неоднократно выигрывал соревнования, например, по тяжелой атлетике и армрестлингу. В данное время мужчина занимает должность тренера. В августе месяце проходил чемпионат мира. Киргизия, Чолпан-Ата принимали воспитанники нашего гиревого спорта Сандыктауского района. Дурин Андрей, Прохоров Владимир, Конышпаев Дастан стали чемпионами мира в своих весовых категориях. Показали достойный результат. За счет хорошей тренировки, самоотдачи полностью, они выступили, показали все, что могли. В предстоящем сезоне у нас тоже большие планы мы строим, конечно, и на молодое поколение подрастающее. Сейчас у нас планируются соревнования. Начало ноября держаем чемпионат области, затем у нас будет кубок Республика Застан в городе Астане. Ну а дальше там у нас по согласно спортивному плану мероприятий. В Сандыктауском районе растет число взрослых, а также молодых людей, занимающихся поднятием гирь. Этот вид спорта распространен в селах Петровка, Максимовка и Каменка. Пришла я в гиревой спорт в 2019 году. Меня туда позвал старший брат. С первых дней я занималась под руководством Владимира Сергеевича. У меня есть достижения. Одной из важных особенностей является то, что молодых людей обучают квалифицированные тренеры, такие как Сергей Прохоров. Вероника Цветкова, Каламбек Мухамеджанов, Медет Кайркенов, Кокше, Акпарат.